На территории Артемовского городского округа с 2002 года осуществляет свою работу молодежно-подростковый центр, которую невозможно не оценить как очень достойную и социально значимую. Работа осуществляется по нескольким направлениям. Именно это учреждение занимается, например, занятостью подростков в их свободное время. В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних граждан, обеспечения их занятости в период летних каникул в свободное время на территории Артемовского городского округа на базе клубов по месту жительства организованы трудовые отряды, в том числе и отряд мэра. За летний период, июнь-июль месяц, мы трудоустроили 144 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Как сказала Александра Бабикова, с апреля этого года в молодежно-подростковом центре создано новое направление, призванное оказывать психологическую и социально-педагогическую помощь детям. Создание условий для укрепления и их психического здоровья, профилактической работы по проблемам здорового образа жизни, наркомании, алкоголизма и беспризорности несовершеннолетних, оказание психологической помощи детям. Наше учреждение проводит консультации педагога-психолога по телефону горячей линии, по телефону доверия и горячей линии на телефоне доверия с привлечением квалифицированных специалистов. Также мы проводим очное консультирование педагога-психолога по необходимости. Также вместе с данным учреждением активно развиваются известные и любимые многим клубы по месту жительства. О результатах и планах рассказала Александра Бабикова. Клубы расположены на территории города Артемовского, село Мостовое, поселок Сосновый Бор, Красногвардейский, поселок Буланаш, село Шогринское, Покровское и село Большое Трифоново. В клубах занимаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 35 лет. Всего 560 человек. В клубах по месту жительства регулярно проводятся мероприятия различной направленности: спартакиады, соревнования, культурно-досуговые, творческие мероприятия, походы, которые направлены на улучшение физической подготовки, укрепление здорового образа, пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья детей. За первое полугодие 2012 года было проведено 59 мероприятий, в котором поучаствовали 917 человек. Воспитанники с большим удовольствием принимают участие не только в соревнованиях, проводимых в клубах по месту жительства, но также в городских, региональных, областных мероприятиях, занимают призовые места, привозят кубки, медали, награды. В этом году мы планируем развивать новые направления в работе клубов по месту жительства. Это пожарно-прикладной спорт на базе спортивного клуба «Грин» в селе Большое Трифоново. Пинбол на базе военно-спортивного клуба «Патриот». Мы уже закупили оборудование. Скейтбординг. Пока площадка неизвестна, но уже точно, что будет создан новый клуб для развития этого направления. Также в военно-спортивный клуб «Патриот» мы купили боксерский ринг. В ближайшее время, я думаю, что в начале учебного года мы проведем показательные выступления во всех клубах по месту жительства, дни открытых дверей. Мы приглашаем всех желающих, и любую информацию о клубах вы можете получить в Комитете по делам молодежи в 33-м кабинете и у меня лично.